Добрый день, друзья! Вчера у нас в поселке выпал первый более-менее такой настоящий снежок. Он покрыл поленницу. Вон солнышко встает. Печка топится. Зима подкрадывается конкретно уже. Будки рыбацкие уже сколько снега. Вороны летают с утра, мороз нипочем. Сегодня утром было уже минус 17. С утра топлю печку, дважды уже день. Как снег-то скрипит. Да, все-таки как хорошо лето. Свирестили летают по поселку, целая стая доедает рябину. А солнце холодное уже лежит на поленнице и на крыше. Летают свирестили. Сидит. Дорожка от него. Руки мерзнут, весь песок уже все. Деревья голые, серые тучи и вороны.